Здравствуйте, глубоко уважаемые любители восходящих потоков. Именно модель восходящего потока вы сейчас видите на экране, в ускоренном темпе развивающуюся. Все думают, что поток – это столб воздуха от земли до неба. Это не так. Чаще всего это как раз вот такие летающие бублики. Этот бублик образовался от взрыва нескольких бочек с бензином на съемках фильма. Вечером стоял штиль, и вы видите, как он, постепенно вращаясь, поднимается. Интересно, что в центре бублика восходящий поток 4 метра в секунду, а весь бублик поднимается 2. И это объясняет, что планеристы, парапланеристы, они, попадая под этот бублик, поднимаются с воздухом над бубликом. И дальше, если могут удержаться на бублике, то поднимаются вместе с ним выше и выше, и долетают, собственно, до облаков. Вот как мы, в чем мы летаем, чем мы пользуемся. Вот визуально, как это выглядит. До новых встреч. Аривуар.